The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains, of fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Который вы пережили. А вы ведь, как и многие другие, всего-навсего желали счастливой жизни, не так ли? Пожалуйста, не смотрите на меня, как на монстра. Я думаю, что я почти такая же, как и вы. Вы лучше скажите. А вы приняли условия острова? Какой ценой вы хотите обрести счастье? Новый рейд на могильник? Сейчас это невозможно. На острове скоро вновь разгорится война. Истовики начнут замес бригады, и ни у кого из них больше не будет сил, чтобы нас поддерживать. Единственный выход для нас — начать собирать остатки вымпела. Слушай, жнец, далеко не все из наших товарищей погибли. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нам нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Понимаете? Я ведь ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите на меня и на другие порождения острова, как на врагов. Но мы все всего лишь друг друга боимся. Поэтому нам так плохо. Поэтому нам так одиноко. Остров дал нам шанс создать новую прекрасную жизнь. И мы даже не пытаемся этим шансом воспользоваться. Кто вы такие? Назовите себя! Мы здесь, чтобы передать вам прощальное послание, товарищ Волков. Химическое оружие уже уехало в могилу. Теперь все, что вы делаете, просто тщетно. Ах, вы поганые предатели!
Ha ha ha!